Че, ребят, как слышимость? Нормально? Ненормально ли? Так, ну вроде все должно быть норм. Сейчас посмотрим. Так, да, все. Трансляция пошла. Так, да, все. Трансляция пошла. Нормал, нормал. Все, стопорим, поехали. Так, загрузим last save. Ну, будем надеяться, что сейчас ждет нас вполне себе такая легкая, нормальная игра. Пулим несколько трубачей. Остальное нам нужно. 123 пакистских есть. В Нигерии паника. Угу. Привет, Сторм. Да, действительно, это так. И сейчас, по-моему, только ленивый в нее не играет. А вот эта вот хрень как-то так... Все понял, что это такое. Ух ты, такая прикольная штука. Че шепотом говорим? Так просто будить никого неохота, вот шепотом говорю. Сейчас немножко убавлю здесь звук, так вот пусть будет. Здесь 200, чтобы так норм было. В принципе, как бы 6 утра и все такое, то есть, не знаю, ночь не спал, сам по себе сонный весь. Вот, тихо, мирно, шепотом. Так. Ну, beam weapons у нас идут, вот нормал. Сделай громче микрофон. Микрофон громче сделать, в принципе, нельзя. То есть, вот здесь 200. Здесь у нас... Здесь у нас сотка, видишь, да? Если поставлю AGC, то будет громко, но будет очень жесткий фон. Так что пока только вот так. Ни хрена не слышно, да ну лол. Да быть не может. Сейчас опять сяк. Давай, включайся. Сейчас опять сяк. Да не, нормально. Давайте тогда громкость самой игры немножко убавим. Вот сейчас должно быть получше немного. Ну так, относительно. Сейчас полегче, получше, нет? Громко и жестко. Так, блин, громко и жестко-то ладно. Я в том плане, что фон же будет. То есть смотри, громко, жестко. Давай поставим AGC и послушаем сами. Есть ли тут фон у нас? Люблю пожестче. Там свист такой должен быть на заднем фоне. Да, вот я его слышу. Там свист такой должен быть на заднем фоне. Да. То есть... на классике. Ну, то есть сейчас слышал, нет, свист вот на заднем фоне такой. Нет? Давайте попробуем так поиграть. Мало ли, мало ли. Свист есть, нет, чувак, нет. Свист это хреново, свист это отвратительно. Нам просто все это дело выкладывать на YouTube, так что нет, будем без свиста пока. О, господи. Понятно, Alien Containment достроился у нас. Так, Facilities. Ага.
Ага. Я. Вот сюда вот. Только генератор, да? Привет, Пафнути. Я, в принципе, и не засыпал, как бы. Так, research. Ладно, черт бы с ним. Погнали. Че-то там пропустил вообще. О, норм. Какая классика, давай на самом сложном, игра на самом сложном, еще казуальчик. А, ну, блин, классика, она и в Африке классик, и я не хочу менять как бы... О, прикольно. Уровень сложности, этот вполне меня устраивает. Так. Heavy lasers, precision lasers. Давайте-ка... Снайперки лазерные, это самое, позырим. Так, инженерка. Так, так, так. У, 12 инжей, офигеть. А у нас 9. Угу. Окей. Значит, сейчас будем потихонечку, потихонечку, помаленечку пытаться найти инжей. Короче, Нигерия послала нас. Игра легкая. Ну, окей, ладно. Воу. The hell. Это что за хрень такая? Ой, иди в пень. Что за хренать, не? Ну ладно, окей. Так, стопорим. У нас же еще спутник готов же, да? Launch satellite. Запустим мы его куда-нибудь. Давай, так. Давайте-ка в Африку. Окей. Плюс 121. Сейчас инжам. Нет, не будем заказывать. Привет, Килпи. Нет, нифига не выспался, ибо нифига не спал. Вот такие вот зелищи, пирожищи. О, отлично. Scientist. Рекрут. 200. Давайте посмотрим в плане паники. Очень тяжелое написано. На очень тяжко мы не полезем. 4 ученых. Ну пофиг, давайте 4 ученых. Кстати, если будет выбор ученых или инженеров, брать бери инженеров, и капец как не хватает. Да, я уже заметил. Ух ты. А, build the officer training school. Секундочку, ребят. Так, ну все, в общем, можно теперь говорить нормально и громко, потому что народ просыпается потихоньку. Так, чего не спалось жизни, думал? Ну вот не спалось. Что-то вот по это самое. По состоянию нетартового. Ребят, кстати, мы же начали это самое. Выброс роликов на родной любимый. Вот сюда вот можно жмакнуть. Жмакаем и смотрим. Сейчас, секундочку. Так, ну, в общем, вот как бы вот плейлисты. Ту-дуц. Почему-то еще не прогрузился. Так, где запишем-то, где запишем? Да, 720 уже есть. Ладно, прогрузится чуть позже. То есть Full HD и все такое.
Сейчас, ребят, извините немного. А, чуваки, все, теперь все свалили, теперь можно говорить нормально. Хотя все равно как-то так сонно дожите просто. Так, слышно, нормал, не нормал? Давайте-ка мы сейчас сделаем, как в старые добрые, здесь на 150, здесь на сотку. Ну, хотя бы так. Ура! Ну, просто, короче, валим всех, кого увидим. Полный прилет. Причем реально не улет, а прилет. Блин, карты-то нету. А, ну, в общем-то, и в первой части не было карт. Хотя там можно было сделать хренотню, которая являлась, по сути-то, картой. Так, где там у нас? Где там у нас? А, вот. Ух ты, иди же, скинь. Нифига ты здоровая. Так. Ну, то есть у нас вот, да? Ну, получается, в левом углу. Ну, пойдемте посмотрим, что тут у нас происходит вообще. Так, я уж подумал, микрофон выключен. Ксенобайт Геннадьевич пошел в бой. Так, Орлеанище. Орлеанище, ты с нами? По-моему, нет. Зато с нами Килка. А, я Килпич, это я няпа. Обидно. Так, ладно, пошли сюда, сейчас засейвимся. Сейвоньком. Так, Run and Gun-то у кого? Run and Gun вот здесь. Так, вот сюда вот идем. Все, занычились. Что там было написано? Прототайп? Что, простите, какой прототайп? Быстрое сохранение F12. Великолепно. Медсестричкам бутылку мну? В смысле медсестричкам бутылку мну? О майн год. Чувак, ты там... бурбуль, что ли, делаешь? Так, F12. О, великолепно, блин, а так классно. Булку. А, булки? Господи. Я сказал бутылку почему-то, а не булку. Булки. Арррр, говорят нам тут. Привет, медсестричка. Так, что-то, короче, куда-то надо валить на самом-то деле. Так, тут у нас хода не хватит просто-напросто. Давайте дэшнем пробнем. Так, ну тут вроде нет никого. Так. Орлеанище. Хагн. Да-да-да-да. У нас два, это самое, два штурмовика есть. А, такие вот зелищ, пирожищи. Давайте-ка здесь снычимся. Опача. Опача. Это кто нахрен такие? Это что за было сейчас с их стороны? Так, ну-ка огонь. Вальнул. Как же без этого-то? Чтобы Орлеан кого-то и не валь... кого-то и не вальнул? Давай. Ай, хорошо. Ты командир, спроси, он тебя быстрее строить. Я не могу читать, у меня мозговые волны не работают. Намертво не работают при этом.
Вот такие вот дела. Кстати, офигенная тема, то есть скилл прокачан у обоих штурмовиков. Типа, если в первый, ну, то есть в начало хода ты стреляешь, то у тебя не травится очко действия. А-а-а! Я чувствую, как я тупею, честно. Так ты же бегаешь на Вэри Харде, тебе половину команды положили? А-а-а! Ужас. Сейвим, короче. Давайте. Так, тут у нас чё? Штурмовик с шотганом пошёл. Тут я как самый бесполезный. Ту-ду-ду-ду-ду-ду. Печенки, печенки. Так, давайте занычимся здесь. Так, всё. Сейвим. Пошло. О, я что-то слышу. Етижеский свет. Это что за хрень? А, Пафнутий, конечно же, ты жив. Только, по-моему, ты у нас это самое. Хаган, Ксенвай Геннадьевич. Вот он ты. Вот ты где, Пафнутий. Пафнуша. Так, давайте-ка заюзаем run and gun. А теперь так просто, короче, это самое. А теперь просто на полный ход бежим вот сюда, вот дэшем. А потом из шотгана с прицелом так, со снайперским, с лазерным. Так. Нац тебе! Лол, да ладно. В упоры промазал. Ай-яй-яй. Ай-яй-яй, но ми густо. Огонь. Это бред какой-то, честно. Вам не кажется, нет? Вот как по мне, так это бред. Вот 62%. Лол. Вообще жесть. У нас сегодня курочка да и с помидорками. А, да, Спектр, это Dota. Squad Based Tactics в лучшем его проявлении. Обожаю просто эту игру на самом деле. Она такая, блин, вот просто. Только вот пятого человека у нас в команде почему-то нету. Видимо, он ливнул, короче. Да, ливнул скотина. Ай-яй-яй-яй. Ай, как нехорошо получилось. Так. Слышь, Ксенобайт Геннадьевич. Ну-ка давай. Огонь! Так, ну это, ребята, это гэгец на самом-то деле. Я даже сохраняться не буду. Сейчас просто... Да. Круто. Хахну попали. Так, раз готов. И сейчас сверху еще этот добавят, да? А нет, смотрите-ка. Нет, все в порядке. Огонь! Да лол, да вот как ты миснул, вот. Как ты реально миснул? Еще раз. Сумасшедшие люди, как они это делают? Господи, кривота ваших рук просто поражает. Давай релоуд уж что теперь. Беги поближе. Или не знаю, там, гранату что ли метнуть в них, блин. Своих зацепит ведь. Огонь! Мы все умрем, ребят. Гранатой своих зацепят. 70% из... Да. Вот это было знатно. Вот это было хорошо. Парня аж подожгло он. Мы все умрем. Да. Черт побери. Хан умер. Гонь так! Господи, Орлеан, за что? Орлеан, за что ты так нас ненавидишь? За что ты убил своего, Орлеан? Load game. Так, давайте-ка свалим нахрен отсюда. Ибо нам тут делать категорически нечего. Так, эти... да, эти мертвы, это все нормально. Enemy troops. Вражеские трупы, говорят нам. Вражеский труп обнаружен. Огонь! Как они это делают? Не, в натуре... Вот действительно, как? Как они... Я самый клевый вообще.
Так, парнишка. Сейчас ты бежишь в упор. А потом убиваешь их. А теперь вот так вот, так, 100%. На. И он все еще жив. Не играть себе на Very Hard. Ну ладно, не играть мне на Very Hard. Не очень-то и хотелось. Я же, ребята, дно. Я же, блин, вообще не очень. Опа, трешечку всандалили. Парень, поджигайся. Ах, блин, как обидно-то, а. Вот смотрите, вот, да, вот не хватило буквально по единичке урона, и все бы они отъехали. Так, хопа-хопа-хопа. Минус 2 сразу. Автомат с газировкой надо уронить на Элиэна. Уж именно... А, ну да, да, есть такое. Так, ладно, давайте-ка лодим. Изи лол. Господи, я думал, это мой знакомый, которого ник Изи Бой. Легкий парень. Да-да, они пришли по нашу душу. О май год. Святые щи. Они пришли за мной. Так, ран энд ган-то у кого? Ран энд ган вот у тебя вот. Так, юзай ран энд ган. Теперь бежишь просто вот в упор и вышибаешь ему мозги к чертовой матери. 90% крита. На-на. Ай-я. Вот, вот это то, что я люблю. I'm loving it. Так, здесь-то где бы снычиться-то? Так, здесь мы никого не видим. Так, 62%, 0% крита. Ну ладно. Ах, есть же. Слушайте, ребята, это было так легко? Грянул на крышу. Не-не-не-не, мы бы потеряли труп этого чувака, он денег стоит. У-у-у, паника в Японии. Хреново. Так. Так, ладно, все, отрубаем нахрен. Сержант. Поддержка. Ой, меня повысили, меня повысили. Smoke in my mirrors. Плюс одна дымовушка на миссию. Field medic. Allow medkits to be used 3 times per battle instead of 1. О, да-да, охрененная тема. Возьмем. То есть 3 юза аптеки вместо одного. Hollow targeting. Да, великолепно. Берем. Все, продолжаем. О, это были типа флоутеры, да? Прикольно. Нет, в первой части не выглядит немножко, знаете, так... Знаете, так, ну... Как это сказать-то? Как-то ощущались они лучше, такие здоровые грузные мужики в фиолетовых плащах и с какой-то странной круглой хренью вместо ног. Это было прикольно. Но проблема, Чифа. Так. Change research floater. Autopsy. А теперь смотрим видосик. Neversleep, привет. Я установил игру, но она крашится, даже не запускается. Кстати, хороший вопрос, отличился ли Киллпи? Neversleep, я не знаю, почему это может быть. Может быть, ты используешь, не знаю, пиратскую версию. О, oh, Defensive Matrix Dodge. Available for manufacture. Wow. Awesome. Alien Materials.
Не, блин, это вот я зря сделал. Begin project. Да, а, ну все нормально, то есть они на шести днях такие остаются. Инжи, господа инжи, давайте-ка вы сейчас быстренько нахреначите медкитов. Project cost 19, да? Давайте двушечку сделаем. Ну давайте вот действительно двушечку сделаем, сейчас передадим. You soldiers. Так, где там? Вот, Ксенобайт Геннадьевич. Не-не-не, я очень больгой. Сколько доброты в разрезании пришельца. Ахтун. Так, лоудаут. Давайте-ка мы возьмем аптеченьку. Великолепно. Все, ребятки, теперь... Все, пацаны, я буду спасать вам жизни. Я буду спасать вам жизни полностью. Я сделал из себя медик, как Ксенобайт Геннадьевич медик. Комбо. Россия. Кастомайз. Никнейм. Не, давайте-ка. Александр Геннадьевич. Ксен. Вот так вот будем. Такие вот дела. Меня ругается на Kernbase DLL папки Windows. А в чем проблема скачать Kernbase DLL и кинуть ее в папку Windows? Или не знаю, поставить Visual C++, который в это самое в binary, если как. Ну, короче, вместе с игрой ставится, или там Direct3D. Так, кто у нас там? Килпи, 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 килпи. Вот он, килпи. Килпич, чувак, ты жив. Давно ли стримлю? Ну, минут 30, наверное. Мое прозвище Пиу. Давайте потом сделаем Пиу, но пока мы прозвище кидать не можем, слишком мелкое звание, скажем так. Вот так вот. Будешь с плечей патроны в обойму запихивать. Так. Чё это там? Ну все, давайте, ребятки. Ах, ну да, кстати. На черный рынок флоатеров продадим. Чтобы хоть как-то окупить аптечку. В Японии просто пипец. Вот, блин, здесь нас уже не любят. Что это нахрен такое? Вот объясните мне. Что это? Вот это вот что такое? А, кстати, да, давайте-ка мы инжам спутник закажем. Так, сателлайт. 5 инженеров. Так, все, давайте-ка. Лупите, господа. Ешьте, бейте. Блин, ешьте, пейте, главное, работайте. Остальное пофиг абсолютно. Mission Control. Да, он там есть этот файл ядра системы. Давай убьем весь аниме нафиг. Какое аниме? Причем, господи, где аниме вообще? Какая сложность? Сложность у нас сейчас стоит классик. Ей! Африка! Африка! О! Фигачьте разрабу. Scatter Laser. Laser Sniper Rifle. Так, Scatter Laser. Capable of damage, however, accuracy and grain range increase. Вот я так полагаю, у нас на тот самый, на, как же его, на Aircraft, ну, на самолет Scatter Laser. Только поняшек бей. Нормал. Alien Materials. Так, ребятки, сори, я тут чуть-чуть буквально альтабнусь. SD Siltec. Wait a second. Вот так вот сделано, чтобы знать количество народа, которое с нами здесь сейчас. О, Alien Materials. Забыл совсем. Да лол, да ладно, один день, не поверю никогда. Офигительно.
Все пере... 55 человек, чуваки! Всем привет! А, нормал так. Хорошо так утречко задалось-то. Вовремя подловил момент. Так, надо файбер. From a dense wave of nanotube fibers. Так, heavy lasers. Так, шибачим, в общем, лазера. Здесь попробуем. О, вот это круто. Вот это я понимаю. Submit. Нас 4 человека. Давай. И еще один. И еще один. Баблища нет, зато все с броней будем. Итак, в общем, укомплектовываем. Укомплектовываем. Так, давайте. Loadout. Чё за хрень? Чё за прикол? Я что, идиот? Наверное, да. А, извините, я не почитал, что дают. Made from dense wave nanotube fiber. Provide extra damage absorption to the viewer. So what? Ну, блин, как бы они есть же, да? Они вот присутствуют сейчас у нас. Так, Grey Market. Нам не нужно. Финансирование. Ха, полечился. Это не броня, а что это такое? Нет, бобец уже начинает улыбаться, неплохо. Нормал. А, но в скиллах. Бобры. Ну, в общем, короче, ладно, окей. Я просрал все деньги в этот бессол. Так. Лоудаут. Пипец. Вот честно, вот. Ну ладно, пусть будем, господи. Все, окей. Все, оно у нас есть. Оно у нас будет. Поехали пилить. Ое! Уфо! Второе уфо, которое мы можем сбить. Вы знаете, вот этот момент, вот. Это вот честно, он как в детстве реально представлялось, что происходит. Вот. Establishing link. Kill it, baby! Destroy it! Boom! Кабум, бейба! Хорош! Shut down the target UFO. Ха-ха. Дай мне прицел, младшенький не тянет. Давай, Килпи, сейчас тебе прицел отдадим. Так, Send Skyranger. Так, нам нужен снайпер, да? Два хэвика. Так, сделаем так. Килпи. Килпич. А Килпич? Что ты скажешь нам, Килпич? Loadout. Customize не то, loadout. Я опять-таки, наверное, что-то не понимаю, да? Так, customize, loadout. Вот, давайте-ка возьмем здесь греноньку. А вот прицельчик отдадим нашему дорогому любимому Килпе. Тьфу ты, блин, взял, выкинул его. Loadout. Граната сюда. Тьфу, прицел сюда. Отличнейше. Итого, у нас есть снайпер. У нас есть heavy trooper. У нас есть... War Dog. Assault. Edit Unit. Так, Customize. О, слушай, Пафнути, мы можем дать тебе никнейм. А, ну он у тебя уже есть, пес войны. На тебя броньку навесим? Давай, Пафнути, на тебя навесим броньку. Кстати, да, хорошая мысль в том плане, что ты же у нас как бы штурмовик. 9 хп, нормал так. Дефенса 0 все равно. Дай хэви броню. Нет хэви брони. Мы только начали. Какая к черту хэви броня? Так, лоудаут. Здесь у нас тоже возьмем бронич. Рокет лаунчер. Тяжко. Нормал. Ну, что, сейвим? А здесь не сейвится, лол.
Дай Хелику слот граната. Мы не используем гранаты, мы собираем как можно больше всяких няшек. Сейв не работает. Русская будет доступна через 5 часов. Великолепно. Не люблю русские версии игр. Етижеский. 72 человека. Чуваки, всем привет. Вообще. Не забываем, ребятки, на Твиче подписываться, окей? Как бы у нас тут есть мысля набрать много-много подписчиков. Попытаться надыбать себе партнерку с Твичом. Так. Ну, в общем, понятно. Мы летим на место сбитого Енелё. Сбитый-сбитый НЛО, сбитый-сбитый НЛО. Так. Скайрейнджер у нас вот здесь. Помните, да, как было в первом оригинальном XCOM? То есть ты выходишь так вот из этого своего Скайрейнджера, так пиу-пиу-пиу с трех сторон. Один сдох, и там дохрена народа сидит чуть ли не на шасси у тебя, и такой сидит, головой помахивает. Вот, блин, вот это вам было не казуальщина. Вот это я понимаю. Так. Килпич, ты пойдешь со мной. Так, да, видимо, куда-то туда. Тут у нас карта. Да, охренеть, она огромная. Так-то пипец. В общем, занимаем круговую оборону. Что за игра? Modern Warfare Apocalypse 3. Да это XCOM, господи, новый. Так, Alien Activity. Они делают... Нормальные такие парни. Ага. Так, все, давайте бежим, нычимся сюда. Кстати, да, штурмовикам, хэви-труперам мы гранаты не выдаем чисто в принципе, потому что у них и без того все охренительно. Так. Что получается, я бегу вперед на разведку, да? Ага. А теперь у нас остается килпи. Спалишь, не спалишь кого-нибудь? Нет, не спалил. А, вот она, наверное, лоха. Вижу. Кто-нибудь поделитесь ссылочкой на торрент на пиратку XCOM, если не сложно, без реги заранее СПС. А, извините, ничем не могу помочь. Вот честно, вот извините, но ничем не могу помочь. Обычно перед выходом кидал их дымовую гранату, сильно спасал от пиу-пиу. Ну да, наверное, сильно спасал. Кооп там есть? Нет, коопа здесь нет, но здесь есть мультиплеер. Вот такие вот дела. Чуваки к нам идут! Господи, нас хотят съесть! Это какая-то жесть на самом-то деле. Так, ну-ка давайте-ка штурмухой пойдем-ка мы вперед. Вот сюда вот. Полное деревце. Это полное дерево. Никак не половина. Алло, мужчина. Садиться-то не будем, да? Ну ладно. Килпи, ты у нас смелый, я погляжу. Так, бежим сюда. Да лол, все еще никого не видно? Да не поверю никогда. Вот сюда вот давай. Офигеть можно. Целей нет. Ололошечки, ололо. Все, норм, снычились. Так, ладно, сейвиться не буду. Сейва не видать. Кстати, по поводу килпи. У килпи же должен быть... У него хедшот, овервотч. Так, это run and gun. Блин, а можно прямо в бою, интересно, посмотреть на скиллы? Headshot scone. Да, все правильно. То есть могу стрелять... Килпи может стрелять в любую зону видимости сквад того самого, ну, грубо говоря, саппортийца. Высоко сижу, далеко гляжу. Только ни хрена это не спасает. Так, давайте-ка мы дэшнем вот сюда вот. Что-то сыкотно как-то, ребят. Сейвим. А чё, графа никак в Крузисе? Ну,
Чисто, в принципе, потому что Крузис — это охренительная стрелялка, а это пошаговая стратегия. Ну, скорее, Squad-Based Tactics так-то, а не пошаговая... Я слышу вас, монстры! Да-да-да-да, вот всяко вот здесь вот сидят, вот они уже ждут нас, короче. Они уже готовы придать нам немножко своей любви. Поделиться ею с нами. Опа! Опаля, опаля, мы из Симферополя. Ах, вы три маленьких, гадских, нехороших, некрасивых. Килпи! Килпи, огонь! Давай, Килпи! От слоктя так. На! Хорошо. Ай, Килпи хорош, слушай, а? Блин, Килпи, ты такой вообще... Ай, все бы так умели. Так, бежим сюда и нычимся. Так, сейвимся. Давай скорее битву, а то на работу надо. Вот битва, все, пошла битва. Вот крот, вот хомяк, хрум-хрум, чмяк-чмяк. Че мелкие некрасивые? Опа, смотрите-ка, вот этот вот гад взял вот этого чувачмана под свой контроль, скажем так. То есть он сейчас ходит, по сути, за двоих или что-то как-то так. Я, честно, я еще не разбирался в этой фишке во всей. Так, Килпи у нас сейчас просто будет испепелять. Огонь! Так, с локтя так. Ах, второго. И тот сейчас сам отъедет. Тунц! Килпи у нас просто герой нынче. Ребята, реально. Килпи, скушай печенюшку, ты охренительный. Так. У тебя Синмена уже овнили? Да, немножко заплевали, немножко зарыгали, немножко за это самого ли. О, флоутеры. Няшечки, вкусняшечки. Кстати, прикольная тема в плане флоутеров, то есть они же как бы на разных уровнях обитают же, да? То есть вскоре у нас будет комбат-сьют, который позволит нам делать так же. Так, 56-56, ну мой выход, огонь на! Хорошо. Две печеньки я тащу, да, кстати, реально. Килпи может взять себе две печеньки, потому что он реально тащит. Так. Блин, а как в них попасть-то, я понять не могу. Ага, вот, вижу. Давайте пробнем. Блин. 90% на попадание из ракетла. Ох, по своим только не жахни, окей, да? На! Ох, как парня разметало. Вот это я понимаю. Вот это было классно. Просто, блин, нет, это не зенитка имени Киржакова, это самая настоящая охренительная тема. Так, ну, Килпи у нас сидит в засаде тут такой клевенький. Ждет своего часа. Кстати, интересно, а, или Килпи уже кого-то валил. Да, Килпи уже кого-то валил. Хорошо, хорош, куплю сегодня игру. А, там внизу под стримом на СК2 есть ссылочка на покупку игры. Если хотите помочь стриму материально, можете купить через нее. Так, 44%, да? Один ход. Давайте-ка мы заюзаем run and gun. Подбежим в упор. И шмальнем ему так просто так. Устроим ему маленький болезненный такой хедшот. Так, 68 здесь и 80 тут. Давайте попробуем. На! Великолепно. Больше походит на, на бесполезный расход дорогих ракет. Да не, быть не может. Черт побери. Слушайте. Блин. Досталось пафнуть это. 56. Огонь. Готов. Это должно быть все. Или нет? Лол. Не знаю. Так, ладно. Пафнуша. Пафнуша, иди ко мне, я тебя подлечу. Давай я.
Так, Килпич у нас... Так, занимай позицию повыше, что ли. А куда мы пойдем-то сейчас? Да, действительно, Килпи надо позицию повыше занять. Возьмет он ее вот здесь вот. Кстати, заметь, Килпи, когда я тебя прицел, стало все заметно проще. Проще и приятнее. Так, Орли пойдет у нас за деревце. А я буду тебя лечить. Ну, на следующий ход в плане. Медик! Медик сейчас будет, ребят. Медик это я. Я в роли медика у нас сегодня. Так, вот, все отлично. Давайте-ка двушечку. И вот так вот. А, нет. Хил. Отлично. Четыре за хиляля. Еще двушечку, да? Так. А, лол. Ну, в общем, как бы... Сразу не за это самого. Сразу не заюзаешь. Так, укроемся здесь. Зона невидимости. Так, ну все, норм. Пафнутич идет туды. У нас хода больше нет. Сейвимся, пропускаем. Чем ниже шанс попадания, тем больше вероятность попасть. Это на других стримах подметил. Да? Прикольно. А что, карточка нельзя оплатить? Не знаю. По идее, PayPal, WebMoney, да что-то. Ну, через палку можно, насколько я знаю, карточкой. Ну, то есть там можно выбрать. Не, если карточка привязана к палке. О! О, зеленые! Эй, пацаны! Ну куда пошли-то, еперный театр? Ну, вообще-то это печалька. Завались и слушай, говорят нам. Так, давайте-ка мы снычимся вот здесь вот. Ой, Килпи, ты сейчас будешь нас прикрывать просто, да? Килпи, ты ведь нас прикроешь? Так-то тебя куда-нибудь вот сюда бы перегнать на самом-то деле. А, давай, Килпи, сюда иди. Тот снайпер совсем не снайпер. Как и с большой винтовкой. Нормально. Ханкер даун. Шреддер рокет. Так, все, нычимся. Так. Я как медик тоже в тылу сижу. А Пафнутя и Орли у нас сейчас будут жечь и отжигать. Давайте зас... Ай, зря засейвился так-то. Они сейчас как вылезут. Чё-то, короче, парни, видимо, решили нас заигнорить. Так. Килпи, так, ты у нас простреливаешь вот здесь, вот за угол, по-моему, не возьмешь же, да? Угу. Ну давайте попробуем, чё уж теперь. Это из разряда «пожалуйста, не взрывайте материал, не используйте взрывчатку, будьте няшечками», говорят нам сейчас. Так, иду на Серёденьку. Так, Килпи сидит на том же месте, потому что в конце концов можно будет прострелить куда-нибудь вот сюда вот или вот туда вот за дальний рубеж. Сейвимся, пропускаем. Сверху? Да ладно, лол, быть не может. Реально сверху? Вот отсюда вот? С крыши? Да не, не верю. Так. Открывай дверцу. Дверцу открой. Не открывает, смотрите-ка. Это у нас вот выход здесь, да? Да ну-ка в печь. Я один туда не пойду. Я без нашего всеми любимого Пафнутича никуда не двину. Так. Иду вперед. А Килпи у нас сейчас будет прикрывать нас из-за бревна. Килпи, как себе под бревном? М?
Нравится, нравится. Скажи честно, Хилпи, тебе нравится под бревном или нет? Так. Ух, ни хрена ее разворотило так-то. Да, ребята, это ПВО. Точнее, перехватчик. Давайте сейвим. Пропускаем. Перезаряди. Сейчас перезарядим. Ой, чё-то мне вот это вот то, что вот там вот было, не нравится. Кто-то кого-то под контроль взял. Здесь релоад еще в принципе, не нужен. Здесь тоже, в принципе, не нужен. Здесь и здесь. Ну, там по полобойму еще нормально. Меня кто прикрыл? Пафнутич! Пафнутич, ты у нас... Это самое. Штурммен. Тебя все прикрывают. Я тебя жду. Я тебя буду лечить в случае чего. Опа-ча. Нет, не спалились. Сейчас будет очень смешно, если, короче, мы пытаемся их обойти сзади, они просто выйдут в парадку и застрелят нахрен Килпи. Честно, я буду смеяться. Все, Килпи у нас сидит здесь. Такие вот делищи. Так, сейвиться не буду, просто пропущу ход. Кто это там шумит? Кто тут у нас такой? Вот, короче, вот просто полюбайся, вот парочка сидит вот за этим вот углом, короче, сидят такие и ждут нас. Заразы. Так, нет, никого нету, смотрите-ка. А вот это вот уже подозрительно. Потому что вполне себе возможно, что будут обходить с фланга. Ну-ка, давай, давай, давай. Есть, нашелся. Никого не вижу? Нет. Сквозь стены стрелять Килпи еще не научился. Обидно. Так, здесь у нас есть ран-н-ган. А, черт побери, не успел. Давайте-ка hunker down заюзаем. Блин. Я попытаюсь спасти наших на самом деле. Давайте-ка кинем под них дымовушечку. Отлично. Так. Ну, Килпи сейчас, в принципе, как бы в это самое. В узких-то помещениях особой роли не сыграет. Но вот если бы он сидел где-нибудь вот тут, вот было бы просто вообще охренеть, как весело. Так. Господин Килпи. А, ну хотя ты так уже троих завалил. Заслужил отдых. Сейвить не буду, потому что сейчас как шмальнут. Такой... О, захватил, смотрите, кого. Надо валить вот того вот. Тогда отпустит, тогда грохнет сразу двоих. А все что ли, лол, да ладно. 16%, твою налево. Юзаем run and gun. Дэшем в упор. И просто пафнуть и сейчас завершит игру. Lightning Reflexes. Есть, сработало. Но один раз попали, смотрите-ка. Так, доктор Вален, у нас тут полный пипец происходит, а вы нам тут это самое. Про аппаратуру рассказываете. Так, мужчина, до свидания. На! Умерли оба. И Пафнутий завершает этот бой. Лол, что, еще не все? Ладно. Так, что там, где там? Где конец карты? Вот там. Пипец так-то. Он не захватывал, а бафнул его на крит. Пока ты тут... Они обойдут угонят твой самолет. Нормально. А, и пусть угоняют. И черт с ними.
Так, дэшим сюда. Ладно, ребята, в общем, честно, я не знал, что это за хрень означает, когда один мозговолнит, скажем так, на другого, как это так получше по-русски-то сказать. Когда один сектоид варпает на другого сектоида. Я так подозревал, что это ничего хорошего, но, по всей видимости, это что-то хорошее. Блин, я сейчас чуть не это самое, не офигел. Давай меня, я смогу. Я знаю, что ты сможешь. Так. Здесь нужно меня. Сейчас мы вылечим нашего родного, дорогого. Орли-орли. Окей. Все, отличненько. Вот заметьте, да, вот что бы вы без меня делали, ребятки? Че это тут? Я просто сейчас вот жопой отвечаю, что они вот находятся вот здесь. Давайте-ка сиванем. А, лол, нет. Странно. Так, здесь, не здесь. Ладно, мы, ребята, дружные. Мы будем сидеть, точнее, бегать все вместе. XCOM до сих пор на English. Знаете, ребята, даже когда XCOM выйдет на русском языке, я ни в коем случае не буду перекачивать локализацию. То есть XCOM, он должен быть на английском языке. Как в детстве, вот честное слово. Опача! Сейчас так. О! Опа! Опа! Ох, ни хрена! И тут-то нам сейчас настанет полный вообще это самое. Абадос. Так, меня укрытие. Блин, ребята, что-то я, если честно, очкую. Давайте попробуем вот так вот поставить. На случай, если он вылезет, дадим ему просто по лицу. Давай-давай! Вот зараза, а! Блин, ребята, Орлеан просто чудом выжил сейчас. Орлеан достоин похвалы, уважения и большой пироженки. Так, мы сейчас Орли полечим немножко. Чтобы не отъехал раньше времени. Забываешь овердэш? Да, кстати, реально я забываю овердэш. Более того, я ни хрена не знаю, что такое овердэш. Overwatch, может быть? И так просто, знаете, в упор так. Но! Taken care of. Блин, охренеть, ребята, не потеряли ни одного солдата. Причем Орлеан отправляется в больницу буквально на пару дней, по-моему, всего лишь навсего. Сланга обошел, что не отвел? Не знаю. Continue. Все, ребятки. 90 человек. Всем привет, ребятки. Действительно, очень-очень-очень-очень радостная новость такая. 90 человек на трансляции. Это вообще, это супер. О! Нет, на 13 дней все-таки. Орлеан. Кодовое имя, прототип. Орлеан, прототип 87. Прикольно. Так. Confess 100% damage against robotic enemies. Confess second reaction shot if on Overwatch and the first... А, все понял, что такое Overwatch. Все. Ну, наш родной любимый Килпи. Он прямо у нас... А, Килпи, спайдер. Смотри, Килпи, а? Ты посмотри на себя. Все, спать, ББ, давай, Пафнути. А, не, правда, как ты разбирался на ин...
В смысле, как я разбирался на English 2x2? Я сейчас вопросы просто не понял. Знаешь, почему победили? У нас не было негров, господи. Overwatch боеготовность. Так. Damn good ground. Confess an aim to defense against enemies at lower elevation. Additional the usual elevation bonuses. Yeah, Gunslinger confess 2 bonus damage with pistols. Блин, так-то прикольная тема. То есть, грубо говоря, сидишь ты такой, значит, килка в засаде вдалеке, отстреливаешь народ, отстреливаешь, что тебе кто-нибудь такой подошел. Я такой, скольта так красивенько. Тах, минус один сделал. О, так. Эй, 81 плюс 10, кстати, зацените. Офигенный парень. Плюс 10 эйм, 10 дефенс. Не, давайте все-таки это самое. 100% эйм ему сделал. 101% эйма. Я играл в детстве, там были стены текста, как бы... Дружище, я тебе так скажу, я английский учу лет, по-моему, чуть ли не с 8, короче, так что для меня эти стены текста годам к 10, к 11 превратились вполне себе разбираемые хотя бы со словариком стены текста. То есть у меня проблем вообще никаких не было. Вот, такие вот дела. Так, 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 так. А, ну да, у нас еще Пафнути, War Dog Пафнути. Double three. 12 киллов, 5 миссий пережил. Охренительно. Так, flush. Fire a shield that causes enemies to run out of cover. The shield is easy to hit win with, but does reduce damage. Rapid fire, take 2 shots against a single target in quick succession. Each shot carries... А, прикольно. То есть, грубо говоря, здесь мы выстрелом выгоняем противников из-за укрытия, а здесь мы делаем, грубо говоря, 2 выстрела вместо одного. Ну, против 1-1, короче. Я хочу схватить его за польты, господи. Что такое польты? Килпи? Вообще без проблем про бонус, если он на крышу сядет. У нас килпи будет строго такой Карлсон, короче. Close and personal. Rapid fire. Блин, что лучше, выгонять противника из-за укрытия или вхреначить 2 раза по нему? Но с уменьшенным эймом. Ну, черт знает. Ладно, давайте возьмем. Вот так вот. 6 дней, 13 дней. Хреново так-то, на самом деле. Alien Navigation Computer. Офигеть. Situation Room. Проблема в том, что не везде есть крыша. Но, грубо говоря, нам нужно всего лишь навсего подняться на ярус выше, чем все остальные. Это я не думаю, что проблема. Кстати, заметьте, да, у нас Нигерию, походу, захватили. Так, где у нас там черный рынок-то? Продать сектоидов. В печь сектоидов. Флоатеров туда же. 40-ку получили. Хоть как-то жить будем. Так. Research. Heavy lasers. Да, кстати, по поводу инжей. Build by items. Medkit. Скопы. Вот эту вот штуку бы сделать бы, а? На хеперный свет. Инжей не хватает. 2 раза хренач, прикинь, с бегом будет сочетаться. Кстати, да. Да, действительно, действительно. Все правильно нам, говорит, Storm делал. Так 2 выстрела и взял, в общем-то. Блин, вот знаете, вот инжей надо где-то найти. Спутник скоро будет готов. Build facilities. Тут у нас что? Фигня это все. Термогенератор, кстати, скоро можно будет ставить. Так, бараки. You soldiers. I'm a soldier. I'm a soldier. I'm a soldier. I'm a soldier. Так. Ну, давайте попилили. Request from India. 2 скопа.
А, черт побери! Блин, зараза! Ну-ка, быстро скоп построил. Один. Хорошо. Так, Индия, 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 иди ко мне, Индия, Индия, радость моя, Индия. Блин, ну... Блин, все, уже ничего не хотят от меня, да? Великолепно. Может, не знаю, situation room. Pending request. Да, все, отлично. Dispatch items. До! Все, супер, супер, супер. Теперь у нас хватает инжи для создания снайперки хотя бы для килпи. Лейзер снайпера 35, а да твои-то. Пипец вообще. Давай что-нибудь продадим. Так, weapon fragments. Сколько там у нас? 35 надо, да? 6, то есть. Complete transaction. Engineering. Build by items. Все. Снапу мне. Оформили. Быстро. Ру! Так. Собственно так. Пока мы с... Так, где килпи? Где килпи? Вот килпи. Килпи, радость ты моя. Я тебе снапу принес. Вот такой вот ты у нас теперь. Труп продай. Кстати, да, можно и труп продать. А или нет, ля? Ну-ка, ну-ка, ну-ка. Какой труп-то? Трупы уже проданы. Research. Heavy lasers. Care base armor. Я тебя люблю, ае. Все, килпи, теперь ты будешь сжечь, мочить и отжигать. Скоро то самое. Захаваем себе поболее денег и вооружим всех лазерными винтовками. А кого-то даже тяжелым лазером. Интересно, есть лазерные шотганы или нет? Ну, вообще как-то бредово звучит. Ну ладно, все, давайте. Опача, опача. Sand Sky Ranger. Так. Edit you. Loadout. Да, все правильно. Медкит есть. Снопа. А, фу. Это все фигня. Edit unit. Loadout. Здесь так. Здесь у нас граната. Медкит. Медкит нам не нужен. Медкит у нас уже есть. Капрал бэг. Так. Edit. Нет, ребята, нам не нужен второй снайпер, нам нужен кто-то из поддержки. Блин, обидно. Ну ладно, давайте прокачаем новобранца. Кто хочет быть новобранцем, ребята? Ребята, осознавайтесь, кто хочет быть новобранцем? Кто хочет нашу команду? Customize. Solid copy. Сделаем, попытаемся, по крайней мере, сделать максимально няшную тян. Что, я так полагаю, в принципе невозможно здесь. Вот это было, кстати, прикольненько так. Просто вот снизу их квадратная челюсть, которая более квадратная, чем у меня даже, это вообще абсолютнейшее нечто. Все, вот так вот сделаем, с хвостиком будем бегать. Я Nitro Inc. Новобранкой. Все, окей. Nitro Inc. будет у нас. Nitro. Inc. Вот такие вот дела. Армор. Армор, армор, армор. Будет красный армор. Чтобы сейчас посмотрим, кто у нас будет. Получится из Nitro Inc. Килпи, я покажу тебе свою пушку. Нормально. Видели, да, этот хвостик? Смотрите на ее хвост сейчас. Тудум! Резина! I don't need the condoms!
I have my own on my head. Так, все, давайте, поехали. Девоньки, команд. Норм, норм. Так. В отряд постоянно мажущих смертников. Да не-не-не, у нас киллпи, кстати, за предыдущую игру ни разу не промазал. Вообще ни разу. То есть киллпи он у нас няшечка. Хоть немножко и расист, и с иракезом. И в белом арморе. И с лазерной винтовкой. Но зато самый охренительный. Кстати, заметьте, ребятки, мы вылетели сейчас на севшее НЛО, и, соответственно, у нас будет очень-очень дохрена этого самого сплава и прочего-прочего. Лол, вот то есть сесть-то мы не могли, да, для того, чтобы вот так вот выбежать. Сразу на ходу надо выпрыгивать. It's big sky. I'm the sky. Так, там у нас японский городовой, какая здоровая карта. Нет, комнат офицеров еще не строил, денег нет, простите, пожалуйста. Блин, штурмовика-то нету. Вот давайте нитроинг у нас будет, нитроинг будет штурмуха у нас. Штурмовицом. Так, все, короче, килпи. Килпи. Самая высокая точка где у нас с тобой здесь? Хрень это все, туда нам нельзя. Да, собственно, вот она, самая высокая точка. Все, килпи, ты у нас сидишь здесь. А остальные сейчас будут разбираться. Уп. Нитро, давай. Не забываем засейвить, короче. И. А, точно, Overwatch. Я забываю про Overwatch, ребят, сори. Я днище, короче. Так, килпи. А ну-ка, давай-ка. Плясать, выходи. И опять с локтя так. Так! Блин, килпи, ты вообще, я тебя люблю, честно. Огонь-на. А чё огонь-то, господи? Давайте им гранату под ноги зафигнём. Чуть-чуть не хватает рейнджа, а. Ту-ду-ду-дун. Промах, само собой. Девонька, наши враги никак не поменяют. А-а-а! Ужас! Как ты можешь такое говорить, килпи? Больше 4 бойцов пока нельзя. Нужно будет строить специальную хренотню. Ну, господа, давайте-ка мы так сейчас. Господин Хан у нас сейчас как жмакнет. Вот туды вот прямо. Да блин, да. Да нет же. You can't move and fire in this weapon the same turn. Да твою налево. Давайте гренку кинем. Все равно не добрасывает. А вот что за люди? 48. Тра-та-та-та-ра-та-та. Как в тиме должен быть ублюдок? Свобода действий. Да, мы можем идти вперед, а можем не идти вперед. В принципе, можем даже посидеть на месте, кстати. Тоже как вариант. Очень хорошо так способствует. Попаду, не поп... Нет, не попал. И кто-то сейчас у нас... Японский городовой. Вот это совсем печально так-то. Финмен и три флотера. Вот это жестко. Вот это нас в оборот взяли, ребятки. Я умер. Да. Ребята убили меня, убили медика. И все запаниковали, короче. Килпи сейчас кого-то убьет в панике, кстати. Да. Килпи даже, по-моему, когда паникует, готов убить всех вообще. Давайте загрузим. Ну, а мы перегрузимся всего лишь на все. Это нормально. Теперь мы знаем, что нам нужно делать.
такие. А-да-да-да-да-да. А, черт, опять Overwatch забыл поставить, а? Косты лот. Сейчас я в них кастану Rocket Launcher. Специальный такой, короче, спел. Rocket Launcher называется. Так, господи, да что ты прямо, а? Ну давай, стреляй. О, все, норм. Так, мяу. Тох. Джи-джи. Total Annihilation. Сейвимся. Вот самое главное, это килпи Overwatch ставить. И вот сюда вот, кстати, сейчас. Паника, паника. Так я говорю, блин, килпи, он даже во время паники лютой умудряется кого-то загасить. Вот что за человек такой? Как он это делает, господи? Девочка оценит, отдаст. Это знаете, как Бивис и Батхед? We get a score. О, пацаны взлетели идти. Килпи! Твой выход. Ну, нет, пока мой выход. Ну, ладно, одного... Блин, промахнулись. Эд, килпи, ты впервые промазал, кстати. Килпи, килпи, килпи. Ай-яй-яй. Давай! Трешечку вывели. Нормально. Придорожный убийца. Игра шедевр, он на меня видюха жуткая, начиная первый левел. Блин, хреново так-то. Не пробовал снять видюху, прочистить там и все такое. Как бы говорят, помогает. Так, что там у нас? Убивать всех и вся. Так, нуц. Первый. Почему вы не спите все? Ну, потому что мы не спим все. Окей. 71, 71. Верхнего вольнем. Уп. Давай, килпи! Ай, хорош килпи, а. Ай, хорош. Блин, вот все бы такие килпи были. Мир был бы просто вообще офигенен. Трешечка. А, на СК2 есть такой баг, показывает, что стрим смотрит всего один человек, хотя нас 120, ребята. Всем большой-большой привет. 121! Блин, ребята, на самом деле, по-моему, это самое большое количество зрителей за всю историю моих стримов. 121 человек. Офигеть. Действительно, ребята, всем очень-очень рад. Всем большущий-большущий привет. Вот такие вот дела. Сейвиться не забываем. Давайте-ка на Overwatch останемся. Тут тоже на Overwatch останемся. Так, нет, здесь у нас трех Overwatch. И здесь тоже трех Overwatch. Все, пропускаем ход. Лол, короче. Так, я пошел вперед на разведку. Никого у нас здесь нет. Who would be the next? Хан у нас идет дальше. Нитро идет следующий. А Килпи все так же сидит у нас далеко-далеко. Далеко-далеко сидит и отдыхает. Так, на Overwatch. На Overwatch. Так, здесь Overwatch двоечка. Сейвимся, не забываем. Блин, засейвиться не успел. Ночное задротство в XCOM. Мы, кстати, начали в 6 утра. Так что это ни разу не ночное задротство и все такое. То есть это все нормально. Ну как нормально, конечно. Относительно, но тем не менее. Так. Килпи у нас сюда и на Overwatch остается. You cannot move and fire weapon the same turn. Да вообще без проблем. Че, Overwatch-то не ставится, что ли? Да лол, да ладно, не верю. Ну ладно, давайте сначимся за дерево тогда. Нямка, слухай. Так, чё тут у нас? Чё тут у нас? Надо засейвиться, в общем-то, я так полагаю, да? Блин, ребят, здесь негде нычиться абсолютно. То есть, если мы сейчас убегаем вот сюда вот, то мы просто открываемся для всех. Лола, никого и нет. Так, Overwatch. Так, ты у нас сюда. И тоже посиди на Overwatch. Окей.
это же Overwatch. 12-24, это у тебя так? Два снайпера нужно, чтобы выстрелить. Понятно. Нет, ребята, два снайпера в команде, это как-то слишком дохрена, как мне кажется. Еще в крайсе на максимуме все норм. Ну, не знаю, как бы... Честно, я хз, я не знаю, почему так может быть, почему у тебя в Крайзисе на максимуме не тормозит, а XCOM тормозит. Попробуй обновить дрова. Может, спасет, может, нет. Так, давайте-ка мы забежим вот сюда вот. Все, Килпи у нас будет сидеть в дальнем-дальнем углу опять-таки, и мы с вами видим этот замечательный проход. Сейчас, короче, пацаны к нам выйдут. Там остался, по идее, один единственный флотер. Всего лишь навсего. Так. Да, все, Килпи у нас палит. Ну, вот эту вот территорию, короче. Вот. И собственно. Так, давайте-ка мы... Нитро. Опача! Вот это печалька так-то. Опаля-мопаля. Вот это... Так, господа, знаете, мне сейчас немножко не до Primary Power Source и все такое. У меня бы сейчас таких вот по более одним ударом завалить. Потому что в противном случае это будет полная жесть. Но это что, пасаран? Нормально. Так. Так, Килпи. Мне так просто поржаки. Нет, у тебя не хватает радиуса обзора. Офигеть. Так, вот сейчас, по идее, да, но уже хода нет. Здесь ничего нет. Так, я, пожалуй, снычу сейчас. Попробую, по крайней мере. Ох, Нитро. Ох, получится ли у тебя сгеройствовать? Давай, давай. Да господи. Огонь. Вот так вот. Давай, пошел. Ай, хорош. Отлично вообще. Хотя бы одного сектоида забил. Ну и походу ты сейчас умрешь. На стримах вижу одни и те же карты. Ну, в принципе, наверное, под... Ага, вот где у нас еще один сидит. Ах ты хитрозадый. Слышь, мелкий, ну-ка. Опача, умер. Нет, не умер. Что самое интересное, он еще выйдет целый с миссией. А вот теперь уже нет. Эх. Да, действительно, глупая была идея оставлять его там. Тут одна карта всего. Ну да, наверное. Так, Килпуша, ты где? Вот ты где у нас. Килпуша. Килпуша, жги. Так, не понял. Так, Overwatch ставим. Тут тоже Overwatch ставим. Тут тоже Overwatch ставим. А вот Килпи у нас должен поизи... А нет, у него уже... А! Нет, карты не создаются рандомно. Ни в коем случае. Здесь карты все прорисованы и все такое. То есть, как бы, если с... Если сравнивать с первым уфо, то нет, ни в коем случае. Так. Сейчас будет жалкая, никчемная попытка... Сделать вообще хоть что-нибудь. Сейвим. О, блин, черт побери. Так, Overwatch, Overwatch. Угу. Окей. Они, интересно, вообще, в принципе, в свой ход двигаются или просто сидят и шумят? Ребят, не забываем подписываться на Twitch на самом-то деле. Очень большая к вам просьба.
это делается не просто так, а в основном для вашего удобства, потому что будете знать, что почем, что где и что когда. Опача! Спалились, пацаны! А чем сейчас было так громко, а? Объясните мне. Я даже немножко дернулся, что ли, как это сказать-то. 25. О! 45! Пока, парень! Не попал. Shot fail to connect. Так. Хана у нас сейчас, сдается мне, отпинают. Прям по кокосикам. Не добрасывает. Так. Хан. 48. Ну, этого вальнул. И, по идее, есть еще один ход. Да. Огонь. Не попал. У меня есть грены. Да, Килпи, тебе сейчас только гранаты кидать, честное слово. Ты его там, не знаю, лучше в голову, что ли, садани. Пум. Промазал. Эх, Килпи, Килпи, как ты мог? Ай-яй-яй. О-ло-ло. Да, еще посмотрим, как Хана завалят. Я. Фераксис, седьмой раз запомнились такой вот, с позволения сказать, работой. Да, завалили. Завалили одного нашего, сейчас начнут паниковать, застреливают друг друга. Давайте перегрузим. Уровень сложности классик. Уровень сложности хороший. Уровень сложности добрый. Так, попробуем пробежать сюда и кинуть нахрен гранату в них. Чё-то их там дофига, господа. Чё-то их там прямо очень дофига. Так, ну-ка. Двоих-то зацепят? Зацепит. Давай. Хорошо. И флоатера заметили, кстати. Заметьте, мы заметили флоатера. 61 по этому. 71 по этому. Давайте-ка флоатер завалим. Давай так. На. Хорош. Почему бойцы специального подразделения паникуют как школьница? Потому что это сложность классик. На классике они должны паниковать как школьницы и бла-бла-бла, и бла-бла-бла. Вот такие вот дела. Давайте засейвим. Ну и гранату, что ли, сюда дымку бросим. Так вот. Чтоб неповадно было. Так, 2×2. Потому что новенькие. Да даже не столько потому, что новенькие. А потому что реально сложность высокая. То есть на изи они панике поддаются только когда там пару человек из отряда уже убили. О, вот это хреново. Вот это пипец на самом деле. Как он это сделал только что? Объясните мне. Что это за вообще за ирод такой? Так, гранат нет. Ход кончился. Пиндеко. Реально пиндеко. Сейчас парниша опять кого-то завалит. Да. Умер. Умер. Так, а интересно, просто прикол ради, его сейчас можно откачать или нет? И как это вообще сделать? Объясните мне, пожалуйста. Пытаемся спасти нашего друга. Смотрим, наблюдаем. 61% с двоечкой. Эх, ну давай, Килпи, не подведи. Блин, ребята, Килпи просто безотказен.
Я обожаю этого парня на самом деле. Он просто отжигает. Ребята, объясните мне, дебилу, как вот этот вот крестик. Can be stabilized or revived. Ну-ка. Ладно, попробуем. Смог гранатов своих. Пофиг. Наши выживут, куда денутся. И на Overwatch остаемся. Бла-бла-бла-бла. Да. Ни одного нового подписчика. Это знаете, когда из разряда этот самый аудиолог Михроманта из Borderlands. Привет, мои 12 подписчиков. Блин, уже 11. Но это не важно. Привет, мои 11 подписчиков. Вот, блин, надо как-нибудь включить на стриме потом. Так. Ладно, все, пропускаем. Ах ты мелкий, противный, нехороший хомячина. Сейчас еще выстрелит. Выстрелил, смотрите. А, сложность... Блин, ребята, когда-нибудь скажите, пожалуйста, я уже реально устал говорить. Так. Пятеренька. Critical condition and must be stabilized. Ах, ну да, ну да, надо немножко отойти. Так вот. А вот теперь уже юзать пятереньку. А почему так-то? More info. Ну окей. Хилить-то бум, не бум? В чем прикол-то? А, вот, стабилайз, понял. Все, парень, мы тебя подняли. Ей, ты будешь жить. Так, килпи. Килпи. Ах, ну да, ну да. Нам нужна перезаряденька. Так, вот на этом месте нам нужен сейф. Пробежка вот сюда вот. И выстрел. Какие игры пройдены, какие в планах? Borderlands 2 пройден. В планах у нас Mass Effect трилогия. Мы ее даже начали, но нас немножко обломали. Заметьте, никого не потеряли. Отлично, отлично. Великолепно абсолютно. Освободили Бразилию. Косморейнджеров проходили, Нексус проходили. Бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла. Еще много чего проходили. Вот, надо, кстати, написать список пройденных, список тех, которые планируются. Эх, Нитро попал у нас в больничку на 11 дней. Итак, господин Хан, вы нас промоутед. Suppression. Can fire a special shot that grants reaction fire the single target. The target will suffer. Окей. Это у нас хорошая, нужная штука на самом деле. Оу, меня это самое продвинули. All medkits revive critically when the soldiers at 33% of maximum health instead of just stabilizing them. Неплохо. Rifle suppression. Fire barriers that pin down target, granting reaction fire against it and imposing a 30 penalty to aim. Прикольно. Когда стрим Sun, в смысле Sun. Sun. S-U-N. Честно, не то самое. Переоживлялку. Ну, в общем-то, да, как бы мы же у нас медик. Летеха! Идти же. Нормально. Продолжаем. UFO Power Source. Блин, ребята, мы тут на самом деле нахапали сейчас просто вообще. Смотреть не пересмотреть. Давайте-ка мы сектоидов нахрен продадим. Этих тоже нахрен продадим. Этих тоже нахрен продадим. Потому что они нам нафиг не нужны. Не надо нам этих людей. Или не людей. Кто они там у нас? А, Килпи? Ну, не знаю. Ты слишком мало убивал. Точнее, ты слишком много убивал. Ты привык к этому. Так. Build by items. Так. Laser rifle. Один. Так. Не хватает, да? Видосик. Сейчас взорвется.
кардос вообще. Блин, ребята, охренительно. Давайте-ка еще что-нибудь продадим быстренько. Так, раз, два, три еще надо, да? Fly Computer. Ладно, давайте один Fly Computer продадим. И штук с пяток алоев. И там пофиг, что надо будет, не надо будет. У нас дефицит вооружения. Знаете, кстати, офигительно то, что пушки делаются буквально сразу же. То есть, они реально делаются буквально сразу же. Бараки, you soldiers. I'm a soldier. Так, себя родного любимого я награждаю лазерной винтовкой. Так, все, назад. Сержант Килпи. У нас уже с лазерной снопой. Сержант Хан. Значит, он пойдет тяжеловес, но пойдет ли ему, не пойдет ли? Не идет. Обидно. Так, возьмем кого-нибудь тогда. Ладно, там по ходу дела определимся. Инженерка, ангар. Все, поехали. 25 баксов лазерная винтовка. Прибавь там около 6 нуликов после нее. Вот тебе и лазерная винтовка будет. Бесят нахрен. Very difficult scientists. Вообще, по идее, нам нужно сюда, потому что здесь паники более чем дохрена, и если мы откажемся, нас просто повесят. Так, снайпер, да? Там не баксы. Там нечто наподобие, наверное, килограммов золота. Серебра. Кстати, я посмотрел петлю времени, она охренительная. Так, давайте-ка. Эдит. Надо. Блин. Так. Сержант Мидбэк. А, это капрал Мидбэк. Точно. Ладно, у нас есть два снайпера, поддержка и пулеметчик. Ой, ребята, не поминайте лихом. Реально, ребята, не поминайте лихом. Begin assault. We're moving into Argentina next. The threat there seems to be the most pressing. We've picked up a local broadcast indicating alien activity within a major metropolitan area. We should get down there and eliminate any hostiles. Sweep the abduction site and identify threats. Neutralize all hostile targets. Попробуем. Однако. Запинаем их. Запинаем их. Так. Где бы Килпи-то зон... Так, вообще, во-первых, где у нас карта? Так. Предположим, что мы в левом нижнем углу. Соответственно... А, господи, она тупо наступательная. Это отлично. Все, Килпи у нас идет сейчас куда-нибудь вот сюда. И сидит здесь до конца игры, отстреливает нахрен всех. Вот и все. Вот такая вот простая арифметика. Да, кстати, забыл сохраниться. Так. Капрал Мидбэк идет прикрывать Килпи. А штурмовик Хан идет у нас просто дэшит вперед до полной. О, финмены. Это, знаете, это вот такое ощущение, как будто вот финмены, они пришли на смену тем самым снейкменам. Так. Блин, овервотч-то не сработает. А здесь-то овервотч не сработает. Да что ты будешь делать-то? Зато здесь овервотч сработает. Ну, давайте.
Заценим. Сейчас как плюнут у нас мальца так. Все, что ли? Да ну лол, не верю. Ха, я же говорил. Тун в голову. Великолепно. Агенты Матрицы. Так, ребята, Килпи у нас немножко так, это самое. Зафаршмачили его. Ну, буквально чуть-чуть совсем. Я думаю, это не страшно, да, ведь Килпи? Давай-ка мы тебя отведем из облака ядовитых газов. А то еще станешь так, такой же зеленый, плевучий. Вот, спасибо, мидбэк. Мидбэк я сейчас прикрою, ты не волнуйся. Ду-ду-ду-ду-ду. О, нашел. Так, я не понял, мидбэк, ты чё? Ты чё, ничего не видишь? Ой, лол. Вот теперь видишь. Только толку от этого теперь вообще никакого. Так. Ну и от меня сейчас толку, в общем-то, тоже никакого не будет. Да, тоже ни хренища не вижу. А, я Overwatch забыл. Ха, промахнулся. Что, твой... Так, двушку, да, уже сбило. Так, да, двоечку. Так, пятёроньку. Все, Килпи, давай, давай, родной. С тобой все будет нормально, с тобой все будет в порядке. Только ты все равно ни хрена не видишь. Отсюда. Мидбэк. Видит нафигово. Огонь! Эх, не попал. Самое нахрен глупое телодвижение с моей стороны было. Только что. Сейчас машина взорвется. 29. Suppression. На! Получил! Как ты прямо жжешь-то, а? Прямо слов нет. Это круто. Overwatch есть. Так, ты у нас. Не, хрен. Ракетой в него. Хотя нет, лучше гранатой. Так как-то по-человечески выйдет. А, вот так вот прямо. Ну как сказать, сейчас ход закончится, его как разметает нахрен. Ну или я добью. Пум! Да лол вообще. Да мидбэк, вот как ты мог, а? Все равно не вижу. Ну ладно. Овервочнем. Че так? Тах! Взрывайся, глупая машина! А, все, пипец, парни. Да, выеживался. На снайпера всегда назор в конце хода. Иногда не хватает хода, чтобы сделать назор в конце хода, на самом-то деле. Вот. Так. Килпи, так как у нас супер-охренительная няшка, идет на крышу. Такой бег с препятствиями. Обойти было, видимо, тяжело. Так, все, идем. Здесь нам уже бояться нечего, машина уже взорвалась. Господин мидбэк, иди защищай. Но мидбэк не прокачан, простите меня, он с обычной, это самый, с обычной винтовкой. Сейвимся. Господин Килпи у нас, хода ему не хватает. Мидбэгу тоже. Так. Зато у меня Overwatch есть.
Overwatch это хоро... Я сейчас чуть ежа не родил, я думал, они сзади меня уже забрались. Че, как Бэкдорнан? Батсексон? А, лол, это новый ход. Нормал. Ну ладно, окей. Всякое бывает. Опача, вот это очень плохо на самом деле. Килпи, ты зачем стоишь и весь рост на крыше? Объясни мне. Объясни всем нам, зачем ты так делаешь. 39. О, 79. 79 это хорошо. Прям в голову. Такой... Месье Килпевич. Килповски. Давайте-ка вольнем Синмена. Знатно так, с локтя. Уоп. Ракету туда. А, мы и так десяточку, кстати, заметили, да? 10 единиц урона впендрючили. Это надо суметь еще. О, я слышу их. Ах ты маленький злобный. Они зовут своих друзей. Я их съем. Я съем им лицо. Ну, мисснул. Ну ладно. Но мисснул. Мисснул, но мисснул. Так. Попаду, не попаду, интересно. Зачем я стою? Хороший вопрос. Да, действительно хороший вопрос. Так, господин Килповский. Давайте-ка вы спуститесь у нас вниз. И вот так вот, отлично. Сидим, не жалуемся. Сейвим. Поехали. Ах ты маленький злобный Синмен. Ну, длинный злобный. Большой злобный. И меня убивает. Мидбэк у нас прям сегодня это самое. Жертва казусов. Умер. Нет. Но умрет. Ханкер даун. Нормально. Запаниковал. Кстати, абсолютно правильно сделал парень, что это самое. Ханкер сделал. Ревайвнем его потом. Так, этот чумачечный у нас сейчас умрет точно. На! Нефиг стрелять в наших, чудо. Ага, улыбаемся и машем, парни, улыбаемся и машем. Огонь!